Новые меры по борьбе с коррупцией. Сегодня Владимир Путин подписал указ о создании в администрации президента управления, которое займется проверкой сведений о доходах, расходах и имуществе чиновников, обязанных подавать декларации. Еще одна задача новой структуры – подготовка документов для главы государства и предложение кандидатур на государственные должности. Главой управления по вопросам противодействия коррупции назначен Олег Плохой. Ранее он занимал пост заместителя начальника управления президента по вопросам госслужбы и кадров.